Доброго времени суток. Сегодня у меня печь стальная. Как вы видите, она, можно сказать, у вас для дачи, для гаража, можно даже для бань. Конечно, если вас интересуют другие более, это просто самое по цене доступное. По цене доступное. Цену все-таки лучше уточнять. Сейчас все у нас дорожает в нашей стране. Поэтому расскажу о ее плюсах. Ну, а какие доработки сделать, это я говорю уже, подписывайтесь на канал, следите там, какие вы сможете увидеть, чем ее еще можно разнообразить. Вот такой вот выход тут стоит. Металл, как вы видите, посмотрите, какой толстый, 6-миллиметровый. Очень большое окно, то есть можно закидывать туда большие деревяшечки, дровишки, они просто там. Как бывает в чугуняшках, там можно и топиться чугуняшкой, но все-таки не очень удобно. Здесь можно большие дрова закидывать. Почему? Здесь размер 60 сантиметров, 35 на 35. То есть довольно-таки большой бак. Ну, тягу, как я думаю, понимаете, вы регулировать открыли, дверцу закрыли и без проблем. Ножки у нее стоят. Видите, какие они сделаны? Прочные, то есть они у вас не поднагнутся никогда, потому что крепкие. Ручки есть для переноски, для удобства. Труба у нее на 120 миллиметров. Переходить можно оцинковкой, тоже металлом. Я, конечно, рекомендую металлом. Почему? Потому что от нее еще дополнительно у вас жар в любом помещении. Можно даже водой обливать, если она у вас в баню. От нее будет жар. Ну, для бани, конечно, немножко лучше другие варианты. Смотрите, вон она у меня стоит. Есть у меня там специальный для бани сделан. Там кирпичи, камни накладываются. Специальные отсеки. Уже более доработанные модели. И эту тоже можно сделать. И водяной контур уже для гаража, если отапливаться. Для любого помещения. То есть печки у меня есть разные. Вот. Можем сделать, в принципе, по вашим чертежам. Если получится, да? Вот лежит, посмотрите, как одна из... скажем, дровишки. Посмотрите, как она, в принципе, большая. Большая. И сколько таких их залезет, да? 50 сантиметров. Закидывайте, она у вас остается без проблем. То есть можно накидать и забыл. Конечно, углем можно топить. Ну, любым там твердым топливом без проблем. Такую вы уже, допустим, печь буржуйку чугунную, естественно, вы ее не закинете. Там нужны уже мелкие, более мелкие дрова. Пилить их надо, а чем они меньше, тем от них жар меньше, они быстрее прогорают. То есть чем, а сюда можно здоровые, прям березовые чурки закидывать, там дубовые кинули, когда уже, естественно, есть пламя, она у вас будет долго тлеть, сюда можно еще больше. И это у меня просто дрова халявые, понимаете, поэтому мне это ни во что не обходится. Поэтому, а уголь все-таки мне надо покупать, и я с чугуняшки перешел вот на металлические печки. Ну, у стальных печек что еще плюс? Если водой, допустим, раскаленная попадет, ничего с ней не случится, только жар от нее, пар пойдет, то есть можно париться, да? На чугуняшка попадет, она у вас треснуть может. Тоже ударить, она тоже может треснуть, чугуняшка. Здесь нет никаких проблем. Причем на нее прям тут же сходу можно еще, если доусовершенствовать, там что-то вы сами захотите, взяли, прорезали, наварили, трубу переставили, то есть здесь можно всегда доработать. Даже к ней можно приварить еще и водяной контур, там отсеки разнообразные, но это уже... как говорится, в других репортажах. Если интересно или вопросы, задавайте. Ну, а так, подписывайтесь. Будет тогда следить за всякими у меня тут новиночками, разнообразными печками, вообще изделиями, да, будет следить. Также, если какие-то печки другие интересуют, тоже канал смотрите. Мы расскажем, покажем там новиночки. Спасибо за просмотр. До новых встреч.